Ну, здесь был пустырь, как бы, клумбы были пустые. Лет 5 назад попросил батюшку облагородить. Сказал, когда пришел здесь, пустота, думаешь, господи, все это, как, сколько надо сил. А сколько людей пришло, и сразу как-то все стало на душе легче. И так потихонечку все это возродилось, слава богу. И начали все это рассаживать, пересаживать, добавлять новое что-то, поливать. Сажаем же не для себя, а на будущее, для следующих поколений. Все вот эти кусты и туи, все это будет расти по 50 лет, по 100. Это все будет для будущего. И прихожане приносят много цветов. Кто-то девочки выращивает, однолетки помогают. И косить помогают, ребята приходят, и девчонки, мусор убирать. Много людей подтягивается. Это хорошее дело. Много хороших людей. Я начинаю все расти с апреля и до снега. Цветы всех сортов. Только за ними надо ухаживать. Подкормить, окучить. Ну, это люди умеют. Вчера просто приехал, уже смотрю, тут юноша подметает. А он в том году, я сажал цветы, он ко мне подошел. Говорит, вам помочь? Я говорю, помоги. Он помогал. Так мы сдружились. Молодой парень, 25 лет. Вчера приехал, говорю, а он здесь уже подметает. Прихожане помогают тут землю купить для клумб. Деньги дают, как бы. Все у нас, слава богу. Это очень сплачивает хорошо все это. Цветы – это остаток края на земле. Так что приходите к нам. У нас очень хорошо. Люди хорошие, место хорошее. Все у нас хорошо.